День России для ирбичан стал отличным поводом, чтобы провести этот день всем вместе. И чтобы наглядно показать свое единство. Общественные организации, депутаты, активные граждане и молодежь расправили 50-метровый триколор, который вместе пронесли от улицы Мамина-Сибиряка до площади у Дворца культуры имени Костевича. Так и начался праздник в Ирбите. Сегодня день великой страны, день России. И в этот светлый день хочется всем пожелать гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризисы не касаются нас. Желаю всем процветания, благополучия, достатка. С праздником! С Днем России! Началась концертная программа с чествования нашего земляка Василия Дубских. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, Василию Александровичу был вручен орден мужества. Украинских банформирований, так скажем, чтобы наши отошли на основные позиции, закрепились. Мы сдерживали их. Группа была из 9 человек, 9 человек, двое погибли. И вот это не только моя награда, но награда моих друзей. Друзей тех, кто вернулся и кто погиб. К слову о специальной военной операции. Рядом со сценой ирбитский предприниматель и руководитель благотворительного фонда Андрей Фадеев организовал сбор денежных средств, которые в дальнейшем пойдут на закупку всего самого необходимого оборудования для наших земляков, кто сейчас выполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Хотелось бы отметить, что очередная партия груза помощи для наших земляков отправится уже завтра в 10 утра. Мы продолжаем работу над обеспечением по возможности поддержки наших бойцов, которые сейчас находятся на фронте, и техникой, и тем оборудованием, которое, в принципе, они нам заказывают. Приурочив очередную поездку на Донбасс к нашему празднику, празднику России. Чествовали в этот день и тех ирбичан, кто за прошедший год многого добился в учебе или спорте. В их число вошли победители соревнований, конкурсов и различных акций, направленных на патриотическое воспитание. В течение этого учебного года ребята-шестиклассники прям активно включились в проект «Надежда Отечества». И очень знаменательно, что награда нашла героев, нашла нас именно в День России. Мы первые в День России. В целом получился праздник, где каждый чувствовал себя на своем месте. И что самое главное, как рассказывают сами ирбичане, многие в этот день прониклись чувством гордости и любви за свое отечество. Народу очень много. Патриотично, можно сказать, люди относятся. Очень хороший концерт. Коллектив из Екатеринбурга поет песенки, старые песенки времен Советского Союза. Очень ностальгично, так скажем, но все хорошо. Я думаю, что сегодня у всех здесь присутствующих замечательное настроение, в том числе и у меня. Потому что мероприятие, которое сегодня проводится, оно очень важное для нашей страны. И здорово, что люди, они не остались дома, они вышли на площадь и они принимают участие в том, что здесь происходит. Могу сказать лично, патриотизм ликует. Не только на данных мероприятиях всегда, но здесь вы можете увидеть это практически в каждом человеке вокруг. Также вы видите, сегодня проходит акция «Ленточка Триколор», то есть люди что-то узнают, чем-то делятся, все рады, все согласны с нами, все едины.